И к другим темам. В области продолжается ремонт дорог. Сегодня специальная дорожная лаборатория отправилась на 4 объекта, чтобы оценить качество проведенных работ. Вместе с ней в рейд отправился и мой коллега Владимир Летуновский. Он выходит на прямую связь со студией по телефону. Владимир, добрый день. Какие магистрали проверили и с какой дороги начали? Да, добрый день, Александра. Ну, сейчас мы находимся на улице Орджоникидзе, именно отсюда началась инспекция. Всего в планах сегодня проверить 4 дороги, все они в Заволжском районе, помимо Орджоникидзе, также улица Лепедевского, улица Маяковского и улица Шевелюха. Все дороги работы на всех дорогах выполнялись по федеральной программе качественные, безопасные и качественные дороги. Выполнял их один подрядчик, соответственно, он сегодня также присутствует на объекте. В состав комиссии входят представители правительства региона, мэрии Ярославля, а также общественники. Все подробности рейда расскажем уже в вечерних выпусках программы «День в событиях». Александра. Спасибо. О ходе инспекции дорожных работ в Ярославле по телефону рассказал мой коллега Владимир Летуновский.